Сергей Иванов, настоятель Псковского храма святых жен Мироносец, в котором в свое время служил Павел Адельгейм, сказал в интервью корреспонденту «Российской газеты»: «Расстроились все. Для нас всех это огромная потеря. Отец Павел был очень авторитетным человеком, высокий духовный уровень и при этом очень скромный человек. Все такое простенькое носил. Трудная судьба выпала отцу Павлу. Осужден был в советское время, лагерь прошел. Крестный путь у него, и, видите, Господь призвал его к себе через мученическую кончину». Продолжает тему Оксана Тебенихина. В какой момент церковь из места служения Всевышнему превратилась в арену для следственных экспериментов? Что с нами происходит? С каких пор у так называемых людей рука начала подниматься на священнослужителей и прихожан? Такие ужасные случаи перестали быть исключениями. Сегодня это наша, хоть и жуткая, но все же реальность. 5 августа в Пскове был убит известный православный священник Павел Адельгейм. Смертоносный удар ножа был нанесен человеком, который пришел к Павлу за помощью. Когда в нашей стране вновь убивают священнослужителя, это является трагедией всего народа. Потому что это явный признак того, что в нашем обществе, в нашем государстве в душах наших людей не все в порядке. 27-летний москвич, прибывший к священнику за исцелением души и хладнокровно убивший отца Павла, был пойман полицейскими по горячим следам. Молодой человек во избежание наказания попытался зарезать сам себя. Да, не очень удобно оказалось. Сейчас он в больнице.